Так, друзьяки, продал еще вот такой вот бронзовый орел, бронзовые часы классные, штука гривен, здесь нерабочий механизм, но сказал человек, что он его легко отремонтирует, очень тяжелый, вот такой красавец, достался он мне 450 гривен. Вот такая хорошенькая продажа. Сейчас я вам его попытаюсь показать. Как-то очень тяжелый. Вот еле поднимаю его. Вот так он красиво выглядит. Антуражный такой, обалденный. Вот, ну тоже какие-то деньги. Вот это Европа. То есть это бронза. Как вам сказать, такая. Не. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, задавайте вопросы и не забывайте заказывать рекламку. С вами, как всегда, Мега Денди Перекупщик.